Челябинский областной суд огласил приговор южноуральцу, виновному в убийстве. Он застрелил молодого человека во время потасовки. Подсудимый свою вину признал частично. Он сознался только в расправе над приятелем. А вот факт того, что угрожал расправой отцу погибшего, отрицал. Преступление произошло 5 ноября 2018 года в поселке Кизильского района. Подсудимый с братьями приехали мириться к парню, с которым обвиняемый накануне подрался. Но разговора не получилось. Снова завязалась потасовка. На помощь сыну поспешил его отец. К этому моменту обвиняемый уже вооружился охотничьим карабином. Был произведен выстрел в ногу потерпевшего, от которого потерпевший упал и уже не мог оказывать сопротивление. После чего были 4 прицельных выстрела в жизненно-важные органы потерпевшего в область грудной клетки и предплечья, от которых наступила его смерть. Отцу погибшего, по версии следствия, обвиняемый угрожал расправой и даже направил дуло в сторону пожилого мужчины, но специально стрельнул в сторону, чтобы просто припугнуть пенсионера. И вот за убийство и угрозы парня осудили. По совокупности преступлений, причем частичного сложения назначенных наказаний, назначить любое наказание или лишение свободы на срок 15 лет с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев с отбыванием наказания или лишения свободы в исправительном колонии строгого режима. Матери погибшего парня он должен будет выплатить 2 миллиона рублей.